За что задержано? По недоразумению. Я на самом деле не знал. То есть вы ничего не совершили противоправного? Ну, теперь вы, оказывается, что совершил. А что? С печатью. Скажите, а за что вас задержали? За липовые штампы прописки паспорта. Три месяца. Сколько человек в итоге за три месяца? Немного. 15, 10, ну, от 10 до 15. А вы где-то объявления, да, давали? Как вы клиентов-то искали? Да. Ну, как обычно в интернете. Соглашался, нет, он я сильно никого не заставляла. За какую сумму вы прописывали?